День добрый, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим про полив, про зимний полив комнатных растений. Как же нужно за ними ухаживать в этот период и как же их нужно поливать, да? Вы должны помнить, что это зима, это тяжелый период не только для нас людей, да, это, конечно же, тяжеловатый период для наших растений. И бывает такое, что не все растения выживают. И для того, чтобы они были в целости и сохранности и пережили наши зимы, конечно же, один из важных факторов – это умение правильно их поливать. Как часто нужно зимой поливать? Этим увлекаться не нужно. Запомните, что полив, он не такой, как летом. Летом у нас, конечно, очень частый полив. А зимой у нас полив в среднем 1-2 раза в неделю, но не чаще. И вы должны понимать, все равно проверять земельку, да, как мы проверяем ее. Мы пальчик на 2 сантиметра углубляем в горшочек, в землю, и смотрим, если субстрат сухой, то, конечно же, мы поливаем. Если сырой, то ни в коем случае не поливаем. А лучше всего, конечно же, рекомендации поливать через поддон, да, через донышко. Но есть такие варианты, да, горшка вот у меня вот тут через поддон не получится, а я пеларгонию поливаю, конечно же, сверху, но смотрю, чтобы... И лучше всего, знаете, поливать не по чуть-чуть, да, а прям полностью весь горшок, чтобы пролился. Какую мы воду используем? Конечно же, в первую очередь вода должна быть отстойная. Ее нужно обязательно отстоять. Отстаивается она где-то сутки-двое. Почему? Для того, чтобы испарились все вот эти примеси, хлор, потому что в каждом городе добавляют разные примеси, чтобы жесткость была нормальная. И вот именно такой водичкой мы поливаем. Температура какая, да, должна? Сразу возникает вопрос. Температура лучше всего комнатная. У меня стоит... Бутылки такие стоят, да, вот тут радиатор под подоконником, прямо на батарее стоит и нагревается, и тепленькой водичкой я поливаю. Но вы должны помнить, что температура должна быть не ниже 17 градусов. Это вот 17, это самое-самое, лучше выше и потеплее. А, конечно же, от радиаторов идет сухость, идет жар. И наши растения, они питаются не только через земельку, да, водичку напитывают, но также еще через воздух. Если у вас есть такое желание и возможность, можно листики протирать. А вообще лучше, конечно, ежедневно. Но если такой возможности нет, ничего, как говорится, страшного. Что дает протирание? Во-первых, это увлажнение листа, раз. Во-вторых, вы еще заодно убираете пыль. А пыли зимой много. По крайней мере, у нас здесь в Хакасии очень все пыльно. Не успеваем протирать подоконники. Поэтому, друзья, помните, что зимний период для растений, он такой вот тяжеловатый. Берегите своих красавиц, не переливайте, потому что если вы перельете, это огромная ошибка. Люди переливают, начинают гнить корни, растение погибает, и бывает непонятно, ну что же случилось, что же ты, родимая, это не выжила. Это тоже очень важно. Я считаю, но это мое сугубо мнение, да, лучше не долить в зимний период, чем перелить, особенно бегонии, потому что бегонии одни из моих любимок. А я вам уже показывала их, они у меня в подвале все зимуют на сегодняшний день. Сегодня я показываю именно те растения, которые в комнате на подоконнике. У меня их не так много, но тем не менее все равно есть. Еще есть такой вопрос, задают, когда же поливать? Вот если мы возьмем летний период, да, летом мы, конечно же, поливаем, предпочтение отдаем в вечернее время. А зимой, конечно, лучше всего поливать в утреннее время. Когда мы поливаем утром, вода постепенно, она начинает пропитываться, да, в субстрат. И за счет того, что нет вот этих солнечных ярких лучей, как бы водичка, она равномерно проходит. И она, температура у нее, она не охлаждает так сильно резко, поэтому лучше, конечно же, поливать в утреннее время. Но бывает по-разному, да, у нас у каждого есть своя работа, у кого-то какие-то свои дела. И мы знаем, что есть, лучше делать так, но не всегда так получается. Это тоже ничего страшного, поэтому... Но зная правила, вы все равно основную массу времени, да, будете их придерживаться. Поэтому я вам желаю,
чтобы ваши растишки все перезимовали зиму прекрасно, хорошо, чтобы они весной набрали свою силу, чтобы все лето вас радовали. И помните, красота спасет мир. А на этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь. До скорых встреч, друзья!